А один человек может выступать? Одиночный пикет может проводить. То есть один из них он может сейчас. Да, но в настоящее время вдвоем. Соответственно, кодекс административных правонарушений, вас предупреждаю. Если вы вдвоем будете находиться вместе, раскрывать плакат, это будет не согласовка уличного мероприятия. Для того, чтобы проводить уличное мероприятие, согласован, необходимо подать уведомление в администрацию либо в правительство. Если вам согласуют специально на этом месте, его можно проводить. В настоящее время я вас еще раз предупреждаю. Расходиться не менее 50 метров между вами и с плакатом по одному человеку стоять. Понятно? Один может. Один может находиться, да. И попрошу, значит, не так близко, чтобы находились к зданиям органов государственной власти. Ясно? Че, еще в отдел поедем? Сейчас мы письменное предупреждение выпишем. А? Письменное предупреждение выпишем сейчас. Не надо письменное, вы же сказали устное. Че, вы зачем сейчас опять? Ну, в принципе, на видео записали. Ну, а что вы это хотите? Данные запишите. Ничего противозаконного нету, товарищ старший лейтенант. Вас документы есть? С собой паспорта нет. Давайте плакат. Тут тоже абсолютно совершенно законно. А вон стоял, вон стоял. Ну, можно один еще раз в конце. Маски висели тоже, да? Сейчас все снаружи. Это пешком ходили. А что пристали-то к человеку? А нет, у него нарушение есть. Какое? А это зачем вам? Ну как, он может хочет рассказать о нарушении. Рассказать. А? Рассказать хотите, расскажите. Ну они к вам пристали просто, да? Меня остановили сначала по операции должник, но потом он начал придираться к моей тренировке. И вот я уже здесь полтора часа, наверное. Тренировка же правильная, смотрите, у вас окна открыты, сзади только тренировка, по бокам нету ничего. Ну вот он мне этот замер произвел. А там все правильно, там сколько сантиметров должно быть по закону? Ну, ладно, я не мерю, ничего не мерю. Давай потом интервью дашь, сейчас вот я вот тебе объясняю. Нет, ну вы за что человек это преследуете, я не могу понять. Вы же человек преследуете, человек... Значит... А вы в курсе, что вы мешаете сейчас административно? Я не мешаю. Не в курсе об этом? Как? Вы сейчас мешаете, реально мешаете. Я вот, значит, человеку опрашиваю. А вот вы отойдите, пожалуйста, сейчас я ему объясню все, а потом, подождите, пожалуйста. А что вы так грубо разговариваете? Почему вы грубо разговариваете, извините? Представьтесь вообще. Вы пристали. Я вам еще раз говорю, вы не грубите, пожалуйста. Не грубите, пожалуйста. Никто никому не мешает. Ну, если он не против, там, значит, если водитель не против, мы можем здесь вот стоять здесь и снимать. Не грубите. Срок. 10 дней у тебя. Вы только под камеру можете говорить. Да. Только... А что под камеру? А что без камеры? Вы мешаете поговорить сейчас. Я сейчас человеку разъясняю, вы его в заблуждение вводите. Да вы хотите поговорить? Сейчас я с ним отпущу его, он так долго здесь стоит. Потом поговорим, ладно? Хорошо. А сейчас зачем?
чем мы начинаем? Вы сейчас мешаете? Просто его не мешаете, если он не против. Я же ему объясняю, не вы должны ему объяснять. Правонарушение. Вы не в состоянии правонарушение ему объяснить, потому что вы не уполномочено лицо. А я ему в состоянии, понимаете? Мы можем посоветовать ему. Понятно? Какие проблемы? Преследует человека, которому... Предписание покажите свое юридическое. Ни за что. Есть? До свидания тогда. До свидания. Да, конечно, до свидания. До свидания. Все, давай, аккуратно. Устрани, пожалуйста, и так очень не ездит. Все, давай. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, кто вы? Здравствуйте, меня зовут Голдова Раиса. Я из города Станикаманка. Вы сегодня стояли в одиночном пикете. Чего вы добивались? Я здесь потому, что меня волнует судьба Шихана Куштау, на котором нависла угроза промышленной разработки. Вот из кандидатов, которые выдвинуты на должность главы Республики Башкортостан, насколько я знаю, только Рамиля Заитова выступает открыто в защиту Шихана Куштау. Поэтому я здесь. Спасибо большое вам. Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Гульфия. Вы сегодня стояли вот на одиночном пикете около Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Что вы требуете? Я требовала, чтобы зарегистрировали кандидата главы Республики Башкортостан Саитову Рамилю Хамитянову. Почему вы ее поддерживаете? Рамилю Саитову я знаю где-то год. Мы с ней близко познакомились, когда началась экологическая катастрофа в городе Сибай. Она очень хорошо поддержала сибайцев в этой ситуации трудной. Оказала юридическую помощь, и я увидела, насколько она болеет за наш народ, за республику. И я считаю, что она самый достойный кандидат на эту должность. И мне бы очень хотелось, чтобы ее зарегистрировали и будем поддерживать ее кандидатуру. Все сибайцы готовы ее поддержать. Спасибо вам большое. Спасибо.